Всем привет, дорогие друзья, с вами Игорь Че. Меня зовут Игорь, как обычно, с вами он. Короче, я продолжаю проходить игру Half-Life 2. Это 9-я, по-моему, серия прохождения, да, вроде бы 9-я. Надеюсь, я не сбился. Ну вот, я в прошлой серии вот здесь вот не мог пройти это самое. Нужно было убить Страйдера, но у меня... Я не знаю, где взять пули для ракеты. Меня вот это вот огорчает, очень огорчает. Я не знаю, как этого Страйдера прикончить. Я вот сейчас пытаюсь, не получается. Что же под ним есть? А, да, здесь вообще. Ладно. Короче, что-то думать нужно. Сохранимся. Так, за что за... Опять эти юрки, блин. Так, ну, короче, все этот... Самое дает нам ослепнуть, блин. А, это вообще не ломается. Что, подожди. Он не сломает здесь, надеюсь, блин, а? О, это что сейчас было? Осторожно. Подожди, не стреляй. Грави-пушка, точно, все. Практически. Я это понял, я прекрасно понял, только... Хреня. Блин, у меня ж... Здоровье кончается. Что ж опять за юрки? Блин, да. Нет, мне нужно по-другому немножечко. Можно я сначала? Подожди меня. Сохранение удалю. Это тоже. Все, я понял. Я схему понял. Мне можно вот это вот загрузить, сохранение? Я эту схему понял. Пытается нас ослепнуть. Пытается. Сканера, ослеп. Вот для чего эта штука используется, блин. Экономить нужно здоровье. Чё, пытаешься. Злой какой, злой. Вообще, мы это... Взорвался, блин. Может сразу прям за аптечкой пойти? Я не знаю, но мне... Нет, я не хочу больше страдать фигнёй этой. Договорились, то, что я буду использовать читы. Всё. Вот, блин, ракета. Все, я понял.
чтобы они к нам больше не подходили. Давай сюда, давай, бегом. Сейчас я знаю, как с тобой разобраться. По-честному давай разбираться будем. Сюда давай, сюда давай, сюда, сюда. Давай сюда, сюда давай. Господи, сколько ты будешь меня сканировать уже? Даешь мне еще ослепнуть. Где-то здесь должен быть ящик с ракетами. Я его пока не вижу. Блин, да что ж ты будешь делать? Он взорвал ее. Блин, где это я бомбу брал, а? Я клянусь. Я где-то брал тут бомбу. Ну, ракеты, в смысле, для бомбы, это самое. Ну, короче. Не устраивает, я забыл уже. Так, что ты будешь делать? Это свачиться один. Его нужно ракетами заманивать. Что ж ты будешь делать? Как? Как? Да, сюда это нужно идти, чтобы здесь. Если со сюда и сюда. Просто поломали ее. Ладно, я лично вот не понимаю, так что я все равно буду брать, а вот отсюда. Все, хватит, все, хватит, отстань. Теперь можно. Так, ура! Получилось. Разобраться с ним. Отец только вернулся. Куда-то. Нам же куда-то пойти нужно, да? Кого нужно ждать? Я просто не пойму немножечко. Куда разве? Через этот тоннель? Ага. Давай пойдем. Действительно. Чё? Господи, ёлки-палки, это потому, что тут сюжетка продолжается, блин. Что ж ты будешь делать, а? А куда мне идти-то? Да, что ли? Ну, не догадался, извини. Вот тадэй. И все. Все, что от тебя осталось. Самая козятка. Блин, да что ты... Юрка. Это тоже самое... Самое это. Просто не пойму, куда идти нужно. Вот в чем проблема. А вообще, где не был? Здесь ты сохранишь, да? Я убил... это самое... Как он называется? Уже забыл. Козяку! Он как по-настоящему называется? Страйдера, да, Страйдера. Вот, и тут
Я уже не понял, куда мне, как попасть. Туда, по-моему, да? Должен идти. А как? Как я туда подойду? Ну, это, попаду. Да. Действительно. Да, еще нам тут дали. Вот спасибо вам. Еще что ли брать мне ракеты? Хорошо, что я лицензию купил. Вот интересно, вот. Скорее всего, лучшая лицензия, потому что модификации я могу без проблем сюда устанавливать на Half-Life 2. Господи, никак меня не ослеп. Только это вот место. А я от него отверну свои глаза. Так. Что-то не пойму, а куда идти? Ничего, прохождение эти смотреть. Кого нужно ждать? Чего? Собственно говоря. Тут все время подлетают ко мне вот эти вот сканеры. Они тут бесконечно. Бесконечные они здесь. Это еще что? Так. Транспортник. Так. Эти вот провода туда ведут. Как мне вот туда вот попасть? Сюда, если попробовать, тут вообще ничего нет. Давай включу. Ну, клип. Меня это не устраивает, что... Да, вот мне лично попасть нужно. Огонь. Сюда вот. Здесь ничего нет. Как мне куда идти дальше-то? Просто понять не могу. Ладно, я иду смотреть прохождение, мне это не нравится, вот, лично. Все, покончено. Так, а извините, я, кажется, по-моему, вообще все попутал. Так, сохраниться бы. Все, пока. Не могу просто понять, блин, сюда подняли, это самое... Так, а я, по-моему, что-то уже понял. В смысле? Куда-то не в то место пошел, что ли? А, да, я что-то хотел перейти изначально. А, да, здесь переходим, по-моему. Я ж здесь же не проходил. Вот, по-моему, сюда нужно было идти. Ну, блин. Это да, вот я, конечно, тормоз. Не увидел, не заметил. О, да. Мы сюда идем. А сейчас все правильно, вот тут вот сюжетка как раз идет. Я молодец. Разобрался, блин. Я думаю, что мы как раз закончим в этой серии, скорее всего. Доктор Фримен, там черт знает.
цитадели на улицах полно страйдеров. Мы сможем от них отбиться, если найдем местечко повыше. Хорошо. Мы уже почти под стеной цитадели. Я не знаю, как человек возможен преодоление. Но до сих пор я уверен, что что-нибудь придумаем. Нужно добраться до лошади! Мне просто так выстрелил. Ну и ладно. Блин, а? Сделай самое, что сможешь. Ходи давай. Спасибо. Я ухожу. Рабочий стол проще свернуть. Бог не пойму. Блин, мне надо срочно. А ты здесь откуда взялся? Что мне делать теперь? Ну блин, помогите! Это только комбайны. Пускай без страйдеров. Так все сложилось, блин, нехорошо. Так, почему у меня игра стала лагать? Я не пойму.
Но без лагов. Лина. А как мне попасть? Куда дальше идти? Нам только выбраться-то отсюда. Нет, я опять иду смотреть. Не пойму, вот, как тут это самое быть? Куда нужно выйти? Я не понял. Я вообще позабывал, если честно. Я вообще не проходил эту главу, вот, реально вот, скажу. По-моему, я здесь должен выйти, но... Блин, кто? Чёрт. Давай! Ух. Кто? Опять стреляет вот сюда. Ай. Второй страйдер должен появиться. Я... Хорошо, я тут, если что. Неужели тут можно пролезть? Давай пролезем. Это меня не устраивает, то что вот нужно вот сначала пролезть, да? Вот. Разработчики, это никуда не годится. Просто игроки, российские люди. Просто не годится. Как это вот так можно? Вот еще здесь невидимая стена. Как здесь можно быть? Я же это никак не пройду. Возможно же пройти. Как мы так разберемся-то? Блин, не знаю, как нам быть. Мне только хотя бы ракеты, блин. Где я ракеты возьму? Давай. Может, сразу я уйду, может быть. Не, это никуда не годится. Я еще... Я последний раз это самое... Господи, сделаю что-нибудь. Откуда, кстати, появился? Все? Он ушел? А, нет, еще не ушел. Мне нужна ракета, блин. Подожди, я же читы отключил, блин. Не годится просто, понимаете, люди? Так же игру нельзя пройти же ведь. Сложно же ведь. Давай сюда иди, ну что ты так далеко стало.
все, блин. А еще ноутлип включить придется. Блин. Еще этих нужно. Все это. Надоело. Это дело. Ну чё, чего ждать нужно? Атаман рейсы остались. Где парни-то? Куда он пропал? Ну что нам ждать? Я могу этот страйдера уже убил. Чего нам ждать-то? Ну что, так долго будем, что ли? Господи. Че-то у меня так игра забагалась или что? Нет, короче, сейчас я лучше сейчас вот что сделаю. Короче, мне это надоело, я... Будем считать, что нас уже... По плану там должны нас просто нафиг это самое... Сюда, да. Вот из этого места вот сюда вот нас отправить. Но это почему-то не сделали. Пёс там должен был открыть. Ну, короче, ладно, мы пойдем тогда. Я знаю, что это уже практически финал, но это предпоследняя глава. Все. Получилось. Где камни, в общем. Ну, это уже цитадель как раз. Мы сюда как раз пришли. Напоминает лабораторию Кейва Джонсона из Портала 2. Ну, короче, да. Даже из модификации второго портала есть даже. По-моему, сюда нам нужно, да? Не уверен. А если... Не пойму, а мне куда? А, сюда, да? Вспомню. Ой, а чё такое-то? Блин, а? Ой, куда? Господи, дырка там была, я её не заметил. Главное, чтобы не ошибиться и не упасть. А то этот стадель вообще меня погубит. Губит она всех.
Что дальше, сюда что ли? Из ничего. Блин, да что ж ты будешь делать? Куда? Так где-то здесь. А, сюда? Точно. Ух ты ж, блин, а. Так, нам нужно вот сюда вот сесть, в эту сторону. Сканер, в общем. Загрузка. Угу. Сталкеры, в общем. Все такое ждет уже нас в первом эпизоде. Блин, ну капец полный. О, блин, вот это да. Страйдеры, все вот это вот. Ну, еще тут поезда, короче, какие-то проезжают. Собственно говоря. Ой-ой. А, все, нормально. Да, конечно, никак мне это не пройти Half-Life 2 без читов. Это очень сложно, да. Игры, конечно, без читов никак не пройти практически. Очень сложно. Даже особенно GTA San Andreas тоже. Я тоже не мог ее пройти. Я до конца не смог пройти, к сожалению. Новые миссии вообще что-то не поступали. Вот. Давай сюда. Короче, да? Нас отпустили. Мы... Ой. Ничего себе, господи, что-то... Что-то погиб Фримен Гордон. А гравипушка, она никуда не... Нет, самая, не убежит. Не уйдет она никуда. Пушка наоборот, она сейчас зарядится. Вот. Да. Итак, это вы, доктор Фрим. Я бы сказал, что это приятный сюрприз, но это не сюрприз, мистер. Даже костюм зарядился, блин.
Куда идти-то дальше? А, господи, это в одном случае конец был. Позабывал же я, как это проходить. Я ж проходил, но позабывал. Так что это немножечко слепое было прохождение. Так, это лучше не трогать, им сейчас это самое. Даже сохранится вот. Видите, что происходит? Нас это убивает. Так. Куда идти дальше? Сюда. Да, действительно, вот это вот фигня. Так. Даже здоровье, блин, подкачивается так. Ах, блин. Да кто, блин? Кто там? А, это они, вот они. Блин, а?
Ого, он чуть себе в кровище, блин. Сам заряд. Господи, вот это да, вот. Сейчас я даже скриншот, наверное, сделать стоит. Можно я скриншот сделаю? Сделаю. Блин, а. Ладно, вы и так сами видите то, что это самое. И так у всех, наверное, это было. Все отлично, отлично. Блин, ну, я сейчас без комментариев сижу, молчу. Так, давайте, идите нафиг. Тут это, конечно, да, кровище. Здесь уже вообще в разбитом стекле в кровище находится. Вообще, трэш-лифт. А мы что, долго будем подниматься? А, вот, все. Мы поняли уже схему, куда мы должны подняться. Скажите, доктор Фриден, если сможете, вы так много разрушили. Создали ли вы что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Так и думал, да. Мы его вообще вырубили. Блина, мы вырубили. А теперь это другое место. Схоже с тем, которое мы были недавно. Ну, минут 5 назад. Или 10. Мы только что-то тогда где находились. Вот зарабатываем достижения. Короче, тут достижений у нас много. Скорее всего, так. Только я не помню, не понимаю, куда мне идти вот нужно. А, сюда что ли? Чё себе, я забыл просто. Мне это не нравится, я вообще выкину. Блин, тут капец козяка. Давай. Вот так вот. Все кусочки, остатки
самое, выкатились туда. А можно я сейчас один эксперимент проверю, если получится, конечно? Я же могу сюда вот спрыгнуть? Да, но, конечно, там все равно ничего нету. Просто край игры, край карты. Опять куда-то мы поехали. Так, я здесь правильно... А, тут один только, да? Одна рельса. Значит, мы по правильному пути идем. Сталкер. Этот самый. Ну, эти манекены, они так называются, сталкеры. Ого, блин. Если я сейчас сюда попаду, то капец. А, теперь мне сюда. Как? Да, туда, в общем, повезли. В общем, ладно. Как же было сложно это проходить. Вообще нереально. Без читов. Сейчас уже будет 12 глава. Вот это вот самая такая, ну как самая. Просто была короткая такая вот глава. Самая короткая, это, по-моему, если не ошибаюсь, либо первая, либо пятая, я точно не помню. Может, вообще вторая? А кто его знает? Тут разные короткие главы есть. Мы быстро прошли, как бы, самую 12-ю, сейчас 13-я будет. Темная энергия, да. Самый раз. Да. Ну ладно тогда. Я помню, как у нас во второй главе ломался телепорт, и мы сюда телепортировались. Вот как раз. Блин, догадался он, что это я был. Грави-пушка. Весьма признателен вам, доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Контроль над вами обоими гарантирует мне возможность диктовать любые условия сделки.
что такое? Мы делаем это для того, чтобы Илай жил и мог продолжить исследование. Благодаря тебе мы располагаем всем, что необходимо. Ты более чем способна завершить исследование сам. Не в наших силах, лишь одно. Убедить этот уличный сброд прекратить бессмысленную борьбу. Меж тем, Илай отказывается сказать слова, которые спасли бы их. Спасти? Ради чего? Илай, если ты не желаешь встать на путь разума ради всех людей, то, может быть, ради одного из них? Алекс, милая. Папа. Гордон? Да. Черт тебя побери, Брин, отпусти ее. Тебе решать, мой любезный друг. Позволишь ли ты своему упрямому невежеству погубить целый вид или дашь дочери шанс, которого не было у матери? Не смей даже упоминать о ней. Алекс, дорогая, у тебя глаза матери, но характер упрямый, как у отца. Ты еще с ним даже не сталкивался. Неужели? Что ж, посмотрим, пригодится ли он тебе по ту сторону портала. Давай, Брин, в худшем случае ты можешь отправить нас обоих через твой портал. Ну, вряд ли самое худшее, но оказавшись там, вы вряд ли в это поверите. Это не нужно. Согласен, это бессмысленно. К счастью, сопротивление продемонстрировало готовность принять нового лидера. А он, в свою очередь, готовность быть послушной пешкой в руках хозяев. Но как, доктор Фримен? Вы когда-нибудь мечтали о более выгодной сделке? Гордон никогда не пойдет на сделку с вами. Я понимаю, вы не хотите обсуждать это в присутствии друзей. Я отошлю их, и мы сможем поговорить открыто. Не вырывайся. Джудит, что же ты делаешь? Мы делаем то, что я не могла сделать сама. Мы останавливаем тебя. Да. Охрана, сюда! Они знают, что ты их предала. Они отомстят. Джудит, доктор Мосман, пожалуйста. Твое время вышло. Нет. Сейчас не грабей пушкой. Осторожно, он хочет... Папа! Нет времени, Алекс. Он на пути к порталу. Тебе это пригодится. Сбежать хочет, по-моему, да? Куда-то. Ничего нет. Какого оружия? Мы друг друга мало знаем, но ты не обязан был это делать. Я должна была спасти отца, ты... Ну что ж, спасибо, что пришел за мной. Да, конечно. Пчела та самая. Бежал. Пока-пока. Кровипушка. Порталу. Да. Так. С обсидиан все отлично. Я не могу его выключить. Похоже, он передал управление на костер. Тебе придется проникнуть в него и сделать все, что можно. Окей.
Окей, я если что, никуда не денусь. Господи, ничего себе. Вот это меня, конечно, да. Окей, хорошо, я буду осторожен. Блин, ну, капец просто полный. Да, он сюда... Доктор Фримен, я бы не советовал вам там оставаться. В момент синапса, как только я телепортируюсь, эта камера наполнится смертельно опасными частицами, название которых еще не придумано наукой. Быть может, я назову их в вашу честь, если найду время. Это спасет вас от полного забвения. Когда наступит коллапс сингулярности, я буду очень далеко. В другой вселенной, если быть точным. Вы же к тому времени будете уничтожены всеми возможными и даже некоторыми невозможными способами. Что за черт? О нет, комбайны. Откуда они взялись? Они отсюда берутся. Признаться, не знаю, на что вы еще можете рассчитывать помимо своих гибели. Не слушай его, Гордон. Здесь слушай, Фернис. Я же говорил вам. Он блефует, Гордон. Не слушай его. Здорово. О нет, Брин начал подниматься. Задействовано. Быстрее, Гордон, пока он не сбежал. Я бы назвал это бессмысленным, доктор Фримен. Иди, Гордон. Вы все еще здесь, доктор Фримен? Это ненадолго, я полагаю. Ваше безграничное упорство достойно лучшей цели. О, Господи, портал открывается. Надеюсь, вы со всеми попрощались. Не смей, Фримен, ты не понимаешь, что творишь. Блин, а вот я как раз мне вот получалось эту главу пройти, я помню. Нужно просто с этими штурмовиками это разобраться вот. Меня и заглючило. Доктор Фримен? Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычная.
себя эту привилегию, если когда ваше время придет. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Бреймен. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем... Ага. И здесь я исчезаю. Да, с первого раза мне все это сделать получилось. Ну да, конец. Прощайте. Да. Жалко, конечно, что конец, но продолжение этой истории есть. Half-Life 2, эпизод 1 и эпизод 2. Я обязательно его куплю. Только, ребята, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустили вы новые видео, стали первыми в них. Делитесь этим летсплеем с друзьями. Моими даже летсплеями. Поддерживайте мой канал монеткой. О канале там есть раздел, короче, описание моего канала есть, собственно говоря, номер моего киви-кошелька, на который вы можете мне перевести денежки, там, от 1 рубля, в общем, можете переводить, в общем, вот так вот. В общем, спасибо за просмотр, это было прохождение Half-Life 2, всем спасибо еще раз, всем удачи, всем пока-пока.